В Григориопольском районе обнаружили древние захоронения, скульптуры и останки, которым 3000 лет. В Буторе сейчас почти непрерывно работают археологи. Начинают в 5 утра. Что важного уже нашли, рассказываем. У археологов сейчас горячая пора, причем во всех смыслах, только в тени не меньше 30 градусов. Но жара детективов прошлого, как называла их Агата Кристи, ни капельки не беспокоит. В центре внимания поля зрения сейчас древнее захоронение, которое найдено в районе села Бутор. Экспедиция ведет работу уже неделю, о находках сейчас узнаем у исследователей. Останки, которым 3000 лет не меньше, это находки прошлых дней. Археологи предполагают, речь о кемерийцах. Ребята были очень веселые, разнесли вдребезги весь Ближний Восток, уничтожили со своими союзниками крупнейшую империю военную того времени, ассирийскую. Удостоились упоминания в Библии. Буквально перед приездом нашей съемочной обнаружили уникальную скульптуру. По мнению археологов, ей около 5000 лет. Подобные уже находили раньше. Антропоморфные стелы. Сейчас в выставочном зале парка Екатерины. Это глаз один, второй. Это нос с перегородкой. Это губы, рот. Вот он абрис, нижний абрис, ну или там подбородок. Это не сделала природа, это делал человек. Понятно, что ввиду трудоемкости процесса, это в настоящее время не так просто сделать. А 5000 лет назад, когда инструменты были гораздо более примитивными, чем в настоящее время, сделать это было сложно. Археологи продолжают работать. Новыми открытиями поделятся со всеми.